Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Несколько дней назад мне пришла интересная посылка с очень полезными, интересными товарами для дома с сайта Banggood. И сегодня рад буду вам показать эти классные гаджеты. Может, что-то и для себя присмотрите. И в конце видео, как всегда, будет конкурс с денежным призом. Погнали смотреть! И начнем мы с поглотителя запаха для вашей комнаты, ванной, холодильника, да и вообще любого места в вашем доме. Содержит бамбуковый активный уголь. Продукты бамбука сжигают в специальных печах при температуре выше, чем 1000 градусов, пока они не превращаются в чистый углерод. Бамбуковый уголь эффективно абсорбирует токсины, бактерии и неприятные запахи, предотвращает изменение натуральных ароматов продуктов. А особенно бамбуковый уголь обладает особым свойством поглощать различные неприятные затхлые запахи. Это происходит из-за пористой структуры активированного угля. Для этого достаточно положить фильтр в холодильник, особенно когда надо убрать рыбный запах или другие резкие ароматы. Положите фильтр в шкаф или кладовую, чтобы предотвратить запах затхлости. Также активированный уголь помогает поглощать электромагнитные волны от техники. Для этого нужно положить его позади прибора. Не воздействует на продукты, сохраняя их натуральные ароматы. Сделан поглотитель в виде подставки и будет удобен в любом месте. Второй товар – это тоже активированный уголь бамбука, но уже в мелких гранулах и запакованный в мешочек для большего удобства. Может поглотить сульфит, гидрит, метилалкоголь, бензол, фенол и так далее. Он может поглощать влагу, если воздух слишком влажный, а также может испарять влагу, если воздух слишком сухой. Он имеет высокую пористость, то есть после долгого времени использования уголь не нужно выкидывать в мусорку, а лучше высадить в землю на огород или, например, вазон для улучшения свойств земли. А еще уголь можно использовать для очистки воды, удалить смеси. Можно также использовать его для очистки аквариума. В общем, спектр применения велик. Ультрафиолетовая озоновая лампа предназначена для компенсации ультрафиолетовой недостаточности, особенно в северных широтах. Облучатель может с успехом использоваться для лечебных и профилактических облучений взрослых и детей в домашних условиях, в лечебных и профилактических учреждениях, физиотерапевтических кабинетах, детских садах, яслях, санаториях, а также для кварцевания жилых помещений, офисов, медицинских помещений, игровых детских комнат и так далее. Является недорогим и эффективным решением для борьбы с вирусами, бактериями, грибками в воздухе и на поверхностях вашей кладовки, на кухне, в ванной комнате. Интенсивные ультрафиолетовые излучения убивают все живое, включая споры плесени и бактерии, находящиеся в спящем состоянии. Также ультрафиолет уничтожает яйца, эктопаразитов, насекомых, пылевых клещей. Правда, лучи не могут проникнуть глубоко в мебельную обшивку или в оштукатуренную стену, уничтожая вредителей лишь на поверхности. Однократное стерилизационное время данной лампы 15 минут. Срок службы около 8000 часов. Кроме целой кучи полезностей, имеет стильный внешний вид. В описании я оставлю ссылку не только на товар, но и на несколько сайтов для ознакомления с полезными свойствами такой лампы. Автоматический двойной веник. Это новое слово в уборке дома или квартиры. Обычный веник использовать не так удобно, ведь приходится часто наклоняться и, как правило, пол не остается идеально чистым. С таким веником вы можете убирать намного легче и быстрее. Веник работает без шнуров и электричества. Это беспроводной прибор. При движении швабра для пола работает в разных направлениях. Она оснащена тремя щетками, которые, вращаясь, собирают мусор и пыль в многоразовый контейнер. Прибор легко собирает рис, кофе, сахар, крошки, землю, шерсть домашних животных и даже разбитое стекло. Имеет прочную и легкую рукоятку с поворотом на 360 градусов для свободного маневрирования в любом направлении. Помимо этого, рукоятка разбирается, что позволяет вам регулировать ее длину. Веник работает бесшумно и идеально подходит тем, кто хочет быстро и качественно навести чистоту. Это отличный подарок для родителей и пожилых людей, ведь во время уборки не нужно изгибаться, нужно только двигать швабру вперед. Швабра приходит в фирменной упаковке с ручкой. И последний товар – это у нас водонепроницаемая Bluetooth-колонка на присоске. Сделана специально для душа или ванной. Поставляется в заводской хорошо защищенной коробке, помимо бумажной коробки, которая используется для транспортировки. Колонка позволяет не только слушать музыку, но и всегда оставаться на связи, благодаря беспроводному Bluetooth-соединению с вашим мобильным телефоном. Данный аксессуар обладает весьма прочным корпусом, который покрыт резиной. Мокрые пальцы не повредят его, и брызги воды ему не страшны. Like it was built to break off the hand.
Такая портативная колонка предоставит вам качественный громкий звук, которым вы останетесь довольны. С такой мини-колонкой вы всегда сможете ответить на важный звонок, даже если у вас мокрые руки или вы полностью мокрые и нет возможности покинуть пределы душа или ванной. Под колонкой расположена большая присоска, которая позволяет прикрепить девайс к зеркалу, плитке, стене или любой другой ровной поверхности. Портативная мини-колонка также легко подключается не только к вашему телефону, но и к компьютеру, ноутбуку или планшету и позволяет слушать музыку в ванной. Но это еще не все. В колонку также встроено FM-радио, что позволяет также слушать музыку, а еще новости с ваших любимых радиостанций. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, что вам понравилось в этом видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Не забудьте поделиться этим видео, если оно вам понравилось. И всем пока!